У Могилеве распачали третий этап реконструкции площади имя Ленина. Зараз дорожные будовники демонтируют старую плитку на участку каля знака нулевый километр. Все работы повинны завершиться до 9 мая. Центр Могилева, площадь имя Ленина. Ее реконструкция ведется поступово. Зараз третий этап. Старая плитка каля нулевого километра саправды выглядая непривабно. Тут еще застався асфальт, который укладывали часово, когда будовали новый подземный переход. Зараз працовные начали демонтаж старого покрытия. Работает на данный момент 20 человек. Ну, будет добавляться, усиляться, когда уже будут материалы полностью тут скомплектованы. Сроки у нас стоят до 9 числа, естественно, все это сделать. Работы много, честно говоря. Будем работать весь световой день. Демонтаж працовные ведут аккуратно. Целая плитка, кажут, пойдет потом на добропорядкование дворов. Плохие все пойдут на бой, а хорошие пойдут еще в употребление. Где-то будет закладываться, наверное. Короче, мы ее сдаем. После демонтажу, тлумачить працовные, будут рыхтовать узмоцненную основу, каб земля не проваливалась, а потом начнется укладка плитки малюнком. Татьяна Сергеевич, Виталь Алексеенко, Новин регион.